Согласно поручению президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева, спасательные силы быстрого реагирования Министерства по чрезвычайным ситуациям численностью 370 человек, которые примут участие в ликвидации последствий землетрясения в Турции, в ближайшее время отправятся в аэропорт Аданы на специальном самолете. Подготавливается также второй самолет для доставки палаток, постельного белья, медикаментов и других необходимых средств на место происшествия в целях оказания первой помощи. Его отправка планируется в кратчайшие сроки. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 по местному времени на глубине 17,9 километра в районе Пазарджих провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Как сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, в результате землетрясения 284 человека погибли, 2383 ранены.